потом все вот эти изменения, которые происходят, надо понять, что они во всем мире происходят. Это и в Европе, и так далее, и так далее. Но вот нам немножко приходится... На каждое поколение, есть, говорю сам себе, есть какие-то такие невзгоды. И вот наши уж невзгоды не идут ни в какое сравнение с теми тяготами, которые предыдущие поколения, я говорю прежде всего о наших дедах. Вот. Поэтому не все так плохо. И как раз вот в этот момент вот именно сплотиться вокруг семьи, вокруг друзей, вот, и вот эти такие жизненные ценности, которые должны быть с тобой всегда, вот это поможет как-то справиться совместно.